И всем привет, дорогие друзья, с вами Portal Fan и Жижа. Эй, Жижа, всем привет, короче. Вы на канале Голубиная ферма. Это обзор на Голубиную ферму 4.0. Да. Короче, у нас прошлый сервер, у нас мир, это, багнулся, из-за этого все. Это, прошлый мир все умер, к сожалению. Но ничего, мы будем делать обзор на Голубиную ферму 4.0. Поехали. Итак, у нас заправка, и вот тут жители работают. Это заправщики, они по факту должны заправлять, но они не заправляют, они просто какую-то фигню продают. Так, пройдемте на ферму киви. Вот, это ферма киви, тут у нас киви живут, и они едят помидоры, и... Что? Тут киви-гриль готовят, посмотри! О, шок! Киви-гриль готовят, давай поможем. Да, прикол. Короче. И, кстати, переверни на меня камеру, на меня. Да, камеру да. На меня. На тебя, давай. О, они собрались. А, это собрание чисто киви. И тут одинокая уточка, что? О, они стейк пожарили, смотри. Киви стейк. Уточка стейк пожарила, смотри. Будем надеяться, что не из киви. Ладно, короче, пройдемте на голубиную ферму. Посмотрим, давай. Подлети. Вот тут надпись «Голубиная ферма». И тут, и вот, блина! Ё-моё. И тут статуя голубя Виталика, вот. Понял. О, давай посмотрим, что это за голуби. Это Валера! Это мой Валера. А это мой Голаб. Это мой Толик и Виталик. Это дитя Виталика! Они подросли. Нужно им пиджачки надеть. Пиджачки. Еще им нужно напялить кожаный шлем. Раз. Так, стоп нафиг. Так, стоп. Какого фига тут все разрушено? Опа, это Харбас. Я Виталика теперь скушаю. Посмотрите. Это мои губы. Это что? Они в скуфов превратились. А это в скуфы голуби. Это голуби скуфы. Капец. Я своих просто забыл назвать. Смотрим, стоп. Тут наверху собрание голубей. В смысле? Чекай. А что? Они, наверное, какие-то там председательские вопросы решают. Что я сделал? Чё-то. Я голубями кидаюсь, смотри, я голубями кидаюсь, как так. Ха-ха, прикол. Короче, и смотрите, какое у нас, кое-какое нововведение из голубятни. Камеру на меня. Короче, вот. Это идентификатор яиц. Он... Это идентификатор. И, короче, ты сюда кидаешь какой-то порошок, и он говорит тебе, какое яйцо это. Типа, вот, видишь? Так, пройдемте. Тут неопознанное яйцо, вот. Неопознанное яйцо и редстоун. Я редстоун поставил. Еще один надо. Сейчас я стак туда положу. Вот. Это яйцо голубя. Я ставлю на то, что это яйцо голубя. Я ставлю на то, что это яйцо киви. Я на яйцо голубя ставлю. Это яйцо козаура! Чего? А как оно оказалось в голубятне? Стоп. Вообще законно, ё-моё. Ну-ка, смотрим. Неопознанное яйцо, еще одно. Ставим яйцо. Я тут пока Я пока голубятню подремонтирую. Это разновидность южный казуар. Может, будем обзор делать на голубинную ферму, а не фигней страдать. В смысле фигней страдать? Я вообще это... Сейчас, я чиню. Я ставлю на то, что это яйцо голубя. Смотрим, какое это яйцо. Блин. Это яйцо золотого зяблика. Ладно, все,
давай будем это Будем давай. Вместе мы играть. Кстати, кстати, самая важная часть это спавн. Мы на нем вот так вот приветствие снимали, вот так вот. Так, всё, я пришел. Вот у нас тут две фермы. Это построенная в выживании, я ее строил. А это у нас Левки Джа ее строил, он скопировал ее и вставил. Вот. И давайте. Так, пройдемте за мной. Погоди, тут Голабфуд. Это Голабфуд, смотрите. Это первый Голабфуд, который открылся в Коростане. Да. И он занимает полстраны. Да, мне кажется, это не полстраны, больше половины. И, кстати, самое да, важное. Страны, короче. Вот, вы можете прекрасно посмотреть на мою мини-карту. Вот, это все страна Сахарка Про. А это все страна Жижи. А вот, это моя страна. Вот, кстати... Блин, Дима, короче, я на спавне поставлю как, какой цвет, такая страна, типа, Да-да-да, вот. Кстати, да, у нас еще была такая задумка, вот мы ее сделали. Вот так вот. Какая, нас... какая? Ну, я ты только что ее озвучил. Вот, смотри, Уточкина, из Уточкина мы едем в Коростан, тут еще остановку нужно сделать, только он недавно, короче, этот Коростан появился. Вот. И тут... Чё ты говоришь, Коростан появился до того, как ты играть именно в этом мире начал? Дело в этом. Не, не в этом мире. Это... Как его? Это метро. Правда, оно плохо обустроено пока что, но мы его обустроим обязательно. А, меня поезд сбил! Ё-моё, я отходил, значит, духовку выключил, меня взял поезд сбил. Короче, вот тут у нас метро, вот. Тут, короче, сейчас у меня тут карточка есть. Карточка, вот. Карточка. Вот сюда вот один изумруд, два билета. Один для входа, вот сюда вот. И один для выхода на другой станции. Ой, подожди, поезд не уезжает без меня. Вот, тут работает житель. У него вот такое вот расписание. Сначала, вот, это голубняя колония. Только почему-то голубняя колония сдохла. Не знаю как, ну, короче, она умерла. Вот, Голубиная республика тоже умерла, это тоже колония была. Вот, Уточкина, Голубин... Ну, просто колонии больше нет, типа, или чё? Не, го просто в другом станции, месте. Станции колонии больше нет. Ну, тут голубь едет в метро, тут в метро голубь едет. Ну, это было ожидаемо. Вот, это мы сейчас в Голабни. Вот, у меня даже на мини-карте показывается то, что мы в Голабни. И сейчас ночь. Надо... А как сделать так, чтобы на мини-карте показывало в какой-то стране, то у меня нет ее? А, не, это типа, она не показывает... Ой! Нифига себе. Она не показывает, только оно... Короче, да. Оно просто показывает, да. Когда ты, когда вот я, например, в метро, мне показывают, в какой стране на мини-карте. Ема, извиняюсь. Так, что могу сказать? У меня, кстати, это стоит, ну, Фолбрайт, ну, это, да. Зато, ну, мне не нравится просто так, что темно постоянно. Вот, у нас... Дима! Что? Это... Короче... Да. Понятно. Я сейчас отойду. Мы чуть не забыли автосалон. Я сейчас отойду. Нет, не сделай обзор без меня. Я сейчас отойду, я приду потом. Окей. Без меня обзор не делай. Ну так, жесткий, ждем этого. Жижу. У меня не клавиатура, у меня мышка сдохла. Ну, короче, ждем жесткий жижу. А пока что я вам просто покажу. Это Nissan X-Trail. Это смарт-кар. А это Range Rover. Это сколько они стоят? 59, 32. Ну, короче, все. А, интересный факт. У меня есть машина. Вот она. Заводится на... Как, ну, сколько на ней тупо? Нормально. У нее много домов. Так, давайте починим эту машину. Так. Как чинить? А вот. Ладно, короче. Мама, машина тупит. Вот он же стоит. Нашел. А мы пока что починим мою машину. Репэйр-кар. Ой, какая машина собралась. Если да, то пофиг, мне надо починить машину. Ладно, ждем жижу.
Все, короче, Жижа вернулся, и мы делаем обзор на автосалон. Я вам уже показал немного цены. Вот тут вот у нас собирательство машин, вот тут вот, это машины, короче, на заказ. Вот. Nissan X-Trail за 52 изумруда, он вот такой вот, я вам покажу. 52! Вот, раз. Smart Car, это 32 изумруда, вот такой вот красивый. Но он маленький, слишком, 59, поэтому такая дешевая. Да, 59 изумрудов, это Range Rover, вот такой вот он. Какой Range Rover? Ты неправильно говоришь. Ranger Rover, правильно. Ranger Rover, да. Все. Так. Стоп, не все, не все. Не все? Что? Да, вот. О, грузовая машина, шок. Блин. Сколько на ней топлива? Сколько на ней топлива? Нормально. Ладно. Все, пойдем. Так, что мы еще хотели показать? Так, ну ферму голубиную мы показали, значит. Точнее, мои машины какие у меня есть. Ну тут в общем много машин стоит. Это военные заметно. Машины, это военные машины. Да, но они уже не нужны, поэтому. Кстати, вот богатый киви. Почему он не богатый? Почему ты куда машина? Тут богатый киви, смотрите, я сейчас сделаю его богатым. Нафиг на военной машиной гоняю. А куда эти военные машины, интересно, поставить? Или их так и оставить? Red Seeds 6400. Все, теперь киви богатый. Смотри, как красиво там киви богатый. Вау! Все. Не будем его отвлекать. Все, пойдем, так. Ферма я показал, вот это вот я показал, станция я показал, получается. Это, кстати, мой дом, который Жижа скопил. ТП ко мне! Что такое Жижа? Так вот, смотрите, это дом рабочих, Да, вот тут рабочие живут. Это, кстати, мой дом. Вот тут у меня, короче... Ну, он же переделанный, поэтому не твой. Да, так... Шок! Тут жительские киви! Ладно, пойдем. Обзор на мой. А это что за голуби? А, это мои голуби? А нафига тебе еще голуби? Ладно, пусть у тебя. Я забыл то, что у меня еще есть голуби. Ну ладно, пусть у тебя будут две пары голубей. Одни, да, одни в голубятне, а другие не в голубятне. А что же интересно? Давайте посмотрим, что у Димы в шалке. Бля, компот. У меня тут, короче, вот, это всякая фигня. А вот, это мои вещи с выживания, я выживал. Вот, у меня тут книг много, которые я зачаровывал. Давай сейчас, после съемок, будем проходить Майнкрафт. Кстати, го. И снимем это. Прикол. Вот, кстати, у меня вот тут вещи всякие. И вот у меня тут всякая фигня, короче. Вот. А что мы еще хотели показать? О, это дом Ваниной сестры, чекайте. И там киви. И там ферма киви. Вторая ферма киви. Да. И вот это поселение. Какое? А что мы не построили поселение утка-голубка? Стоп! А мы... А, точно! Нам же нужно еще утиную ферму построить. Окей, построим, но... А то голубиное... Как это поселение есть. Называлось? Как это поселение называется? Я забыл. Утка-голубка. Нет, это, которое большое. У Ярика? А, это деревня Жопина. Во-во. Деревня Жопина. Так, потом, что у нас еще есть? Не знаю даже. Ну, это уточки на это, да, это получается. Голубину, могу краткий обзор по моей колонии сделать. Хотя это даже не колония. Ну, вот, короче. Мы просто ничего не хотим пропустить. Это, короче, колония, в ней пока что никого нет. А, нет, есть. Ничего себе. Ладно. А, еще это страна Левки Джая.
помню, как где? А, вот это вот рядом с твоей колонией, я понял. А он тут же уже не хочет играть, или как? Да не, он просто вышел. Я думал, он с сервера ушел. Нет. А, ну, вот это вот, значит, я не знаю, Мэри. Вот там голуби. Да. Нормально. Ну, походу, все показали. Итак, всем пока, всем спасибо, всем хорошего настроения. Всем хорошего настроения, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте. Короче, у него там звук пролагал, он сказал, жмякайте на колокольчики. Ну и я говорю, всем пока.